Усім прывітанне, мы працягваем нашы відэаролікі пасля невялікага вымушанага перапынку. І першае, што я абавязаны сёння сказаць, канешне, гэта дзякуй медыкі, дзякуй медыкам. Мы працягваем, мы вяртаемся у нашу тэму, і сёння у нас будзе шмат усяго. Мы шмат прапусцілі, цэлых два выпускі. Ну і сёння мы будзем с вами навёрстваваць тое, што прапусцілі, будзем нагадваць тую сітуацыю, тыя часы, на якіх мы спыніліся самы апошні раз. Сёння у нас будзе такі артэфакт у цэнтры увагі крыху таксама, які можна назваць самым знакамітым у гісторыі Польшы і Вялікага княства Літоўскага. Загадковым, інфернальным, магічным артефактам. Гэта будзе люстра Яна Твардовскага, знакамітая люстра, до которого мы сегодня крышечку звернемся. Сегодня у нас будет зноўку Инфлянская война, сегодня у нас будут Могилевские вёски. Таким чином, усё по парадку, зараз глядзіце. Минулым разом мы завершили на таким этапе, как 1540-е, 50-е, 60-е годы, так трошки размазано, покольки подей, которые зараз будут отбываться на наших землях, на землях вакол той державы, у склад якой уваходила Могилевщина в гэтыя часы, вакол ВКЛ, вакол Польши, з якой ВКЛ было у дынастычнай унии. Дык вось усе основные подеи гэтага часу, они имели такую протяглую экспозицию, поэтому нам надо будет вот что-то так вот дергать с разных речаў часам. Ну и сегодня, ну давайте некалькі таких агульных мазкоў, каб намаляваць некоторую картину сучаснасці, картину гэтай вот сучаснасці 1540-х, 50-х, 60-х годов. Ну такі штришок, который дапаможа нам трошечки зразумець цивілізацыйную специфіку гэтага часу. Навука пачынае умешвацца у асабістае жыццё чалавецтва. У 1546 годзе король Англии Генрих VIII загадаў закрыть усе лазні у державе. Праз два года, у 1548 годзе, такую ж самую забарону на выкарыстанне лазняў уводзіць французский король Франциск I Валуа. Перад гэтым у высокім сярэднявеччы лазнямі карысталіся вельмі ахвотна. Лазні былі вельмі папулярныя сярод гараджан, сярод дваранства таго часу, але чаму пришли до вось такой забароны каралі буйнейшых держаў свету гэтага часу? Про гэта я прапаную подумать, здогадацца, даведацца вам и отказать на гэтае пытанне, чаму были закрытые лазни у Франции, у Англии и у іншых потым месцах у сярэдзіне 16 стагоддзя. Пишите в комментариях, пераможца атрымае наш традыцыйны приз — книгу. Такі будзе у нас приз. І яшчэ у нас мінулым разам я абвяшаў, што будзе наступны выпуск калядны. Ну, не атрымалася у мяне па стане здароўя правесці такі калядны выпуск, але ўсё ж такі падарунак ад мяне будзе. Я, напэўна, гэта такая ўзроставая характарыстыка, люблю сістэматызаваць зараз розную інфармацыю, і я прасістэматызаваў комментарии, которые вы покидаете у нас под нашими роликами. И пришел до высновы, что есть люди, которые вельми отказно пишут свои комментарии. Дякую им велики за гэта. Задают пытания, як я и прошу вельми часто. И той человек, который покинул наибольшую колькость комментариев, наибольшую колькость пропонованных тем для обмеркования, атрымае от меня особисто приз. Это будет набор поштовок с видами города Могилева. Гэтым человеком является Наталья Венгруво. Таким чином, приз еде до яе господарни Натальи у Японию. А теперь мы протягиваем и давайте вернемся до подеев, которые отбываются у нашей державе того часу. Ну, я кажу наша держава, але заўсёды у гэты час мы маем на увазе две державы, королевство польское, великое княство литовское, которые не были одной краиной. Это были две абсолютно разные краины. И наступное державное утворение. Речь Посполитая Посполитая, которая ўзнікне, у межах якога Рэчы Паспалітай горад Магілёў, Магілёўшчына дасягнуць найвышэйшай сваёй велічы, найбольшага свайго развіцця і росквіту, росквіту культурнага, эканамічнага, геапалітычнага росквіту. Вось гэты перыяд, перыяд Рэчы Паспалітай сапраўды стане залатым векам для нашага горада, для горада Магілёва, ну, абсолютно однозначно. Дык вось, ўсё роўна і гэта не будзе адна дзяржава, гэта ўсё роўна будуць дзве розныя дзяржавы. Гэта будзе намінальная унія, намінальнае аб'яднанне ў Рэч Паспаліту. Будзе толькі такая назва, рэспубліка, перакладаецца Рэч Паспаліта, як усе вы, напэўна, ведаеце. Паміж ВКЛ і Польши застанецца до гэтага часу, аж до канца існавання Рэчы Паспаліты застанецца дзяржаўная мяжа. Дык вось, мы говорим про две державы, которые кіруюцца одним королем. Зараз, у этой часы, таким королем является Жигимонт Август. Ну, это уже я так нагадываю. И 7 снежня 1550 года появилась своя королева, якая походила с рода Радзивиллов. Это была Барбара Радзивилл. У нас уже у попередних роликах была узгадка про эту ситуацию, эту подею, про женитьбу Жигимонта с Барбарой. Я на этом спынился, перестал рассказывать их особистую историю. Яна и так довольно ведомая. Я не буду спыняться на так уже подробязно на романтичных подробязностях. Вы все ведаете, что Барбара Радзивилл хутка захворела адразу, літаральна пасля каранацыі. Ну, там такая сітуацыя адбылася, што Бона Сфорца у гневе, у якасці знака пратэста супраць прызнання шлюбу Августа і Барбары, з'ехала наогул у Італію. Барбара Радзівіл у гэты час не мела сына, нашчадка ад Жигімонта Августа. Яе пачынае лекаваць італьянскі лекар. Большасць людзей, которые бачаць у гэтым тэорыю змовы, дапускаюць, што гэты італьянскі лекар, яго звалі Монти, ён быў адмыслова наняты Бонай Сфорцы, каб ён загубіў, каб ён атруціў Барбару Радзівілл. 2 месяцы ён даваў ёй лекі ад бясплоддзя. Яна стала вельмі худая ў час гэтага лячэння і праз некалькі месяцаў страшнай хваробы з нарывамі, ну, не буду гэтай падрабязнасці расказваць, Барбара Радзівілл памірае. Жигимонт Август становится несуцешным. Яна померла у траўні 1551 года. И в этот час Жигимонт Август цалком с головой окунается у скруху, у свою депрессию, где он схиляется до зносин с разными колдунами, с разными ведьмарами и чернокнижники, которые и так были довольно популярны при дворы Егелонов, еще с часов Жигимонта Старого, который под уплывом Боны Сфорцы стал прислуховываться до чернокнижников, до разных лекаров, алхимиков. Дык вось, яны довольно были популярныя при дворы, и Жигимонт Август схиляется таксама до дапамогі гэтых самых чернокнижников. Есть такая згадка, что у болю страты ён вырашыў звярнуцца до алхімікаў і чарнакніжнікаў, каб звязацца з душою, а можа нават і матэрыялізаваць цела Барбары Радзівілл. Прынамсі, ёсць звесткі у папулярнай літаратуры таго часу і у папулярнай літаратуры сучаснай пра гэтую тему. А наогул тема з гісторыяй кахання Августа і Барбары, тема Барбары Радзівілл, адна з самых папулярных тэм у гісторыі. От палякі любяць гэтую тэму вельмі моцна. У польскай гісторыі яна і ў гістарыяграфіі, папулярнай літаратуры яна вельмі ярка адзначаная. Штогод выходзяць новыя кнігі і публікацыі, прысвечаныя гэтым падзеям. Што было далей? Жигімонт Август загарэўся ідэяй правесці спірытычны сеанс. Тут далей расказы адрозніваюцца, разыходзяцца, нібыта ў каралеўскім замку у Кракаве гэта адбывалася, альбо гэта адбывалася у Нясвіжы. Як быццам бы Жигимонт Август схіліўся вот паехаць у Нясвіж, потому што там яны ўпершыню сустрэліся, там павінны былі, як быццам бы зноў жа, там павінен быў адбыцца і гэты Гэта першая сустрэча пасля яе смерти. Гэты сеанс узяліся арганізаваць сябры Жигимонта Августа, которые знайшлі ведьмара, чарнакніжніка і алхіміка, якого звалі Ян Твардовскі. Гэта легендарная асоба. Гэтай асобе прысвечаныя творы Яна Матейкі, Адама Мицкевича. Ян Твардовскі папулярны ў народзе ў гэты час, паводле крыніц вось гэтага перыяда, алхимик Ворожбит, который вызвался выкликать душу Барбары Радзивилл. И небыта. Ён поместил Жигимонта Августа у затемненное помешкание, задрапированы были в окна, горела одна свеча у этом помешкании. Королю загадали присесть на кресло и не рухаться падчас усяго спиритичного сеанса, каб штосьці страшно не отбылося уже с его душой и его життем. Был сведка этого спиритичного сеанса доктор философии и медицины Иахим Посел, который рассказывает такую историю про падзеі, которые отбылись в этом покое. Нам удалось знайсці человека по прозвищу Твардовский, який сцвярджаў, что является проводником у інший свет за пэўную плату. Ён пообяцал выкликать дух Барбары Радзивилл. Спочатку подобные сцверджанні здаваліся мне смешными, але про здольности Твардовского сярод простого люда ходили легенды. Твардовский нахабным чином посадил короля на стул и загадал ему не рухаться и ничего не казать. До нашего здзіўлення праз нейкі час у куце покоя сапраўды з'явился прывід памерлай королевы. Давайте побачим гэтую картину, написанную Яном Матейком. Вось он гэты прывід, з'явіўся прывід памерлай каралевы. Я не верыў сваім вачам, яе фігура дэманстравала такі непадробны смутак, што кароль, не ўтрымаўшыся, кінуўся да сваёй каханай, але Твардовскі рашучым жэстам спыніў караля, і прывід знік. Позднее будут такие истории на гэты конт нанизваться. Значит, як быццам бы сябры короля, браты Мнішув, по прозвищу Мнішув, яны знайшлі потым жанчыну, которая оказалась послушницей одного из католицких монастыров по имени Барбара Гизанка. И вот она нібыта выконала тую ролю Барбары Радзивилл вот подчас этого спиритичного сеанса. Появилась там у тумане, потом зникла. Это первая история. Гэтыя браты Мнішув, яны с ревностью сачили за тем, как Ян Твардовскі, той самый алхимик, вось он выявлены, до речи, на этой картине Яна Матейкі, вось унізе, спыняя короля. Дык вось, яны бачили, як Ян Твардовскі атрымлівае все больше пашаны от короля, наближается до его, значит, становится одним из любимых наближенных. И поступово яны складаюць змову супраць вось гэтага Яна Твардовскага, і нібыта пасля смерти, альбо неўзабаве перад смерцю Жигимонта Августа, яны заб'юць Яна Твардовскага, потым прадставіўшы ўсім астатнім, што гэты самы Ян Твардовскі, ну як алхімік звычайна робіць, ён просто спусціўся ў пекла і там і застаўся. Прычым ніхто асабліва не здзівіўся такому развіццю падзеі. Вось ёсць такая гісторыя. Ёсць яшчэ іншыя гісторыі, что ніякая не іншая жанчына появілася вось у гэтым вобразе Барбары Радзівілл, а что Ян Твардовскі выкарыстаў люстэрка, якое стане потым і до гэтага часу з'яўляецца, напэўна, самым загадкавым, як я казаў спачатку, самым вядомым магічным артефактам у гісторыі наших двух дзяржаў. Гэта люстэрка Яна Твардовскага. Вось так яно выглядае зараз. Яно захавалася до нашага часу. Лічыцца зноў жа. Конечно, вакол яго вельмі шмат розных легенд. Вось так яно выглядае у экспозиции. Яно зараз размещается у фарным касцёле у Венгруве. Гэта город у мазавецкім воеводстве. Як бачыце, тут у фарным касцёле оно размещено просто вось у... Значит, можно любому человеку прийти и его поглядеть. Одно что, яно размещено таким чином, как немагчыма было поглядеться у этой люстерка. Оно вельмі вельмі высоко висіць, і пад таким вуглом, каб чалавек не мог у яго паглядзецца. Такім чынам аберагаюць нервы асабліва уразлівых наведвальнікаў. Дык вось, гэтая люстэрка, яно даследаванае ўжо навукоўцамі, яно з'яўляецца металічным і выраблена са сплаву срэбра, золата, цынку і волава. Паводле адной з гіпотэз, на гэтым люстэрку нанесеныя две гравюры, которые не бачныя неўзброеным вокам. Для того, каб пабачыць вобразы гэтых гравюр, неабходна накіраваць на люстэрка пад спецыяльна там пралічаным вуглом моцны прамень святла. І тады толькі можна будзе пабачыць вось адбітак, нанесены на вось гэтай, на адзін са слаёў, магчыма, гэтага металічнага люстэрка. І там нібыта дзве выявы, выява жанчыны і выява д'ябла. Ян Твардовский ім скарыстаўся падчас вось гэтай дэманстрацыі, падчас спірытычнага сеанса для караля Жигімонта Августа, і кароль разбіў гэтае люстэрка, кінуўшыся як быццам бы вот да Барбары Радзівілл. Он пабачыў той самы вобраз, выгравіраваны, як мы можам здагадвацца, вось на адным са слоёў гэтага люстэрка. Ну вот такія гісторыі будуць хадзіць зараз у пачатку 1550-х гадоў адносна тых романтычных і сумных падзеяў, якія суправаджаюць каралевскую дынастыю. Варта, конечно, проговорить таксама такі момант, что Жигімонт Август гэтага часу і з гэтага часу засяродзіўся на сваіх новых інтарэсах, а гэтыя інтарэсы былі чарнакніжнікі, розныя вешчуны, гэта жанчыны лёгкіх паводзін, гулянкі, каб забыцца. У яго будзе яшчэ адна жонка, з ёй таксама, гэта будзе, дарэчы, старэйшая сестра яго першай жонкі, Альжбеты Габсбуржанкі. З ёй таксама не будзе сына, нашчадка, так і знікне уся дынастыя Егілонаў, старажытная славутая дынастыя, літоўская дынастыя Егілонаў. Больш ніхто не працягне лінію гэтай дынастыі. І дзяржава, Рэч Посполітая, тады ўжо будзе пры Жигімонце Авгусце, яна з'явіцца, Рэч Паспалітая, мы да гэтага яшчэ падыдзем, будзе навечна цяпер залежыць ад паны рады, ад шляхты, ад магнатэрыі, которая будзе выбіраць каралёў. Як это будзе, мы яшчэ з вами побачым наперадзе. Ну яшчэ што, вось такі стан асобы караля, ён моцна паўплывае на палітычныя падзеі, унутрыпалітычныя падзеі, знешнепалітычныя падзеі. Кароль будзе мала цікавіцца нават тым, што ў яго там адхватываюць цэлыя кавалкі дзяржавы. Хутка ў канцы вот яшчэ гэтага роліка, я спадзяюся, подойти до облоги и взятия Полоцка подчас Инфлянской войны, которая сегодня так само будет одной из основных темов. Жигімонт Август у гэты час, ведаючи уже, что у яго отбирают вот эту частку державы, будет казать, что если кшталту того своим наближенным, что ну хай уже заберуть, хай уже гэты Иван IV спынится наконец со своими вот этими, значит, претензиями, хай хоть, потому что яны, гэты, значит, московские цары, яны и ён, дарэчы, першым назаве маскоўскага вялікага князя царом і гаспадаром і прызнае за ім імператарскі па сутнасці статус. Дыпламатычная складзецца такая адна сітуацыя, калі ён возьме і такое прызнанне дапусціць. Гэта потым будуць выкарыстоўваць вельмі часта, такую слабасць, што ли. А пакуль што ён вот ідзе вот да гэтага свайго стану. Ён вельмі маладым памрэ па сучасных мерках, там 51 год, здаецца, яму было. Але пры гэтым усе сучаснікі называлі яго дряхлым стариком, которого смерці которого ўжо ўсе так чакалі як наканаванасці. Дык вось, хай забірае, хай он наконец перестане з намі ваяваць, а забірае тое, да чаго прэтэндуе. А прэтэндаваў тады Іван IV не толькі на Полацк, ён і на Магілёў прэтэндаваў, і на Мсціслаў, прэтэндаваў на Віцебск, на Кіеў. Практычна вот лінію можна правесці па Бярэзіне, часткова па Друці, магчыма нават. Ну, і там, і там. Чым больш, тым лепш, што называецца. линию по Березине, и вот все вниз, это, значит, мое. Вот с такой стартовой позиции сыходил, значит, Иван IV. Ну, а короли Речи Посполитой, короли ВКЛ и Польши, великие князі литовские и короли польские, яны в этот час, безумовно, казали, нет, а Смоленск, Стародубщина, значит, Верховское княство, это наше. Вот, значит, мы тебе не даем это, мы тебе не даем это, и на этом спынялись практически все дипломатичные миссии, посольства. Мы потом еще будем бачить, как бездарно проводились эти посольские разные дипломатичные перамовы. Были такие выпадки вельми частые, калі, значит, абмярковывали московский бок, великолитовский бок, абмярковывали некую важную проблему, вот, сдается, вот просто зараз вырашите ей, и все, не будет больше причин для войны, для дальнейшей эскалации у относинах. Спыняются на тем, что а чему вы не назвали там царя царем всей Руси, а потому-то мы не назвали, значит, ну так и мы вас не будем называть царем там, значит, таким-то и таким-то, ой, то есть королем таким-то и таким-то, и, значит, нет, все-таки называйте. Вот они вот и спречки за титулы они приводят до того, что просто все эти дипломатичные миссии, великая колькость посольств на этом спынется, просто закончится. Далее идем. Таким чином, Жигимонт Август у скрусе, Жигимонт Август зараз, ну, как бы мы сказали, у депрессии, але держава не стоит на месте, держава развивается, держава тогда уже мало починая залежить от особой монарха, и у державы зараз отбываются сутностные и навод цивилизационные трансформации. Такую цивилизационную трансформацию я уже обозначал у одним из минулых роликов, это будет принятие уставы на валокі. Менавіта у гэтыя часы, у 1550-е гады, реалізуецца зямельная рэформа ў Вялікім княстве літоўскім. Яна прайшла у асабістых уладаннях Боны Сфорца, у асабістых уладаннях Жигімонта Августа. Яна пачынае ў 1550-х гадах праходзіць у дзяржаўных уладаннях і праводзіцца яна нездавальняюча. Не падабаецца вынік гэтай рэформы, не падабаюцца вынікі гэтай рэформы каралю і яго набліжаным, і ў 1557 годзе прызначаецца перапровядзенне, что называется, этой реформы, новая устава. Выдается специальная инструкция, которая и отрымала назву «Устава на валокі», якая повинна была вызначить вот все то, что ранее попирамировали, давайте пирамираем. И она закране усю нашу Могилевщину, и она закране у першую чаргу, конечно, регионы заходние, значит, заходние регионы Великого княства Литовского. Наступным таким, наступной зоной ее проведение у 1560-х годах будет Поднепровье, конкретно наши земли, а апошнім рэгіёнам правядзення рэформы будзе Падвінне. Вернемся до гэтага. Вось менавіта дзякуючы гэтай рэформе вялікая колькасць, просто десяткі населеных пунктаў, якія раней не былі вядомыя ў гістарычных крыніцах, трапляюць на гэтыя крыніцы і становяцца вядомымі нам. Вось я выписал, вот я казал про мою нечаканную любовь до систематизации, я выписал те вёски, которые трапляют на упершиню, трапляют на сторонки историчных документов, миновито у ходе реализации Волочной померы. Я вот выбрал 1550-1560 годы. Вот вы можете побачить. Я еще пущу эту картинку на экран особенно. Вы можете побачить колькость новых вёсок, ну, да ведома, это, ну, часам летняя 1/3 от усіх вёсок у гэтым районе, альбо вёсок гістарычных по походжении, ну, до 1917 года у гэтых районах. У некоторых районах новых вёсок не появилось, там реформа не провелась, вось, например, бачите, у Хотимским. Ну, большасць, практично там 70-80% вёсак трапілі у 1560 годзе. Это менавіта той час, калі гэта памера адбывалася, праводзілася на землях Магілёўшчыны. Ну, давайте з вами невялічкую такую аналітыку зробім, звернем увагу на такія вёскі, которые крыху выдзяляюцца. Найбольш новых паселішчаў, памераных уже поводле Волочной померы, мы можем зарегистровать у Чавускім сучасным районе 8, да, у Могилевскім сучасным раёне, у Кіровскім сучасным, у Асіповецкім, Бабруйскім раёнах. Ёсць вёскі, ну і часцей за ўсё мы сустракаем вёскі, дзе, да, давайте-ка я потлумачу. Вот назва вёскі, ну, понятно, что назва района, назва вёскі, год першай узгадкі, а потым колькасць дымоў, якія рэгіструюцца, калі яны рэгіструюцца у гэтай вёсцы. Вось так можна работаць з гэтай таблічкай. І вот мы можам пабачыць, што нярэдка гэта даволі буйныя вёскі. Бачыце, вось даманы Дрыбенскага раёна 41 дым ўжо ў гэты час. Ну, а ў адным дыме, я нагадаю, магло жыць ад адной да трох прыблізна сем'яў. Людзі некалькіх пакаленняў маглі жыць. І нават і 5 сем'яў магло знаходзіцца вось пры адным дыме, жыць пры адным дыме. Ну, вось, напрыклад, Быхаўскі перакладваючы ўсяго 4 дымы, а вось у Хадуцічах 41 дым. А самым великим паселішчам, сельскім паселішчам гэтага часу можна назваць Вейна, Вейна Магілёўскага раёна. 112 дымоў рэгіструецца ў 1560 годзе. Вёска Куты, напрыклад, у 1568 годзе будзе зарэгістраваная. І з прыпіскай, што яна, гэтая вёска, з людзьмі прыхожымі засаджаная. Засадзілі людзьмі прыхожымі. Верагодна, гэта было звязана з тымі самымі военными подземиями, со стратой Полоцка. Людям, которые вымушены были сысці с Полоччыны, давали вось земли у тым ліку вось у конкретно Кутах Магілёўскага района. У выпадку с вёскай Заполле Шклоўскага района, якая рэгіструецца ў 1562 годзе ўпершыню, пазначана нават колькасць валок, якія былі адмераныя вось падчас валочнай памеры тут. Гэта 40 валок. Ну, вось ёсць яшчэ цікавая ўзгадка. Вёска Паланіца 1560 годзе, у 1560 годзе ўпершыню згаданая, Крычаўскага раёна, яна згаданая як село з царквой. А яшчэ мне кінулася ў вочы, што вось вёска Балашевічы 1560 года згадкі у 1571 годзе мела 10 мужчын. Дык вось, я сказаў, што апошняй валочная памера прайшла на тэрыторыі Падзвіння аж у канцы 16 стагоддзя, а звязана гэта было з тым, што уся Полаччына, усё практычна Падзвінне было згубленае для дзяржавы, і гэта стала вынікам першага этапу інфлянскай вайны. Вайны, про которую минулым разом я пачаў расказваць. Ну а зараз перейдем до самой інфлянскай вайны, да яе пачатку. Так, ну и раз мы рассказываем про Инфлянскую войну, давайте другую картинку разместим. Самая знакомитая картинка, иллюстрация, якую можно побачить, сустреть, это вот такая иллюстрация жахливая. Ну, але я, да я вернусь до этой иллюстрации, давайте, напевно, просто что-нибудь, да вот сама война, сама карта войны. Вельмі часта я ў літаратуру сустракаў даволі простае апісанне гэтай вайны. Ну, знаеце, Расія захапіла Нарву і пайшла далей, ну, маскоўская дзяржава. Не так усё было проста лёгка. Тут ёсць цікавыя нюансы, нават калі казаць проста пра сам пачатак гэтай вайны. Студзень 1558 года. Пасля я рассказывал минулым разом про Юрьеву дань, которая была, ну, таким шулерским приемом для того, как знайсці повод для войны. Дык вось, у 1558 году у студзені гэты повод выкарыстоўваецца. 40-тысячное войска московской державы, выступая з Пскова и Новгорода, вот с гэтага накірунку, на інфлянты, на Ливонию. Вельмі цікавый момент, гэта хто кіраваў войска у гэты час. Галоўным ваяводам быў паставлены татарскі царэвіч Шых Алей. Крымскі царэвіч Тахтамыш узначальваў авангард. Правае крыло узначальваў астраханскі царэвіч Абдула. Склад гэтага войска, як мяркуюць даследчыкі, быў састаўлены удельником выбраны Рады Адашевым, который, верагодна, такі склад фармировал под поход на Крым. Знову же, гэты нюанс я рассказывал у минулым ролику, чему вот был гэты выбор Крым альбо Ливония. Пошли на Ливонию, але с войском, которое подрыхтовано было для похода на Крым. Это шмат, что потлумачило у поводинах этого войска. И вот та картинка, которую я вам только что показывал, вот эта картинка, она и иллюструет характер этого похода. И вот это самое 40-тысячное войско просто проходить по Ливонии, знищаючи все на своем шляху, доходить, ну там летних 50 верст засталося до Риги, поворачивая и сыходить на Псков. Все, вот это был первый этап, просто знищение, массовое знищение, рабование населенства. Ніяких наступствов этот поход практически не имел, потому что ни один город не захопленный. Московские послы накировали, привезли грамоту, потом после этого похода, грамоту, у которой потлумачили, что за ваше неисправление, ну, мол, те гроши, которые и не повинны были платить, так вы нам не заплатили. За ваше неисправление и клятва преступления государь послал на вас войну. Если же хотите перед царем исправиться и кровь унять, ну, как бы мы зноку на вас не напали, то присылайте к государю с челобитием, а мы все, ну, то бок бояре, наближенные до царя, станем за вас просить. Ливонцы проводят свой сейм у городе Вольмар. Подрыхтовали посольство, отправили это посольство в Москву, дали посольству 60 тысяч талеров с собой, как, ну, не у милости ведь царя. Але сами же ливонцы, ну, часто, некольки там человек, литерально, ливонцев, ну, цалком все, вот разбурили все эти мирные, значит, заходы, ну, таким дивным, дивноватым способом, конечно, ну, не знаю, как это потлумачить. Каратей. И шла церковная служба у городе Ивангород, который находится проз речку Нарву от города Нарва. И зараз тут по этой речце проходит державная межа паміж Россией и Эстонией. У Нарве, ну, сидят, соответственно, ливонцы. Ливонцы, ну, несколько человек, рыцари, разгоряченные вином, как про их потом будут сказать соучастники, люди, которые, ну, писали про эти речи. Разгоряченные вином, вы решили позабавиться и начинают стрелять с гармат, с пищалев и с арбалетов просто по центральной площади города Ивангорода, который належит московской державе. Забивают великую колькость людей, которые только что высыпали на площадь, вот, с церкви после церковной службы. Ивангородский гарнизон у гневе, начиная бомбардировать Нарву с усіх видов узброения, которые только были. Нарва разбурается на протягу нескольких тыдняў. Насельництво Нарвы, начиная молиться, взмолились, что называется, до, значит, гарнизона у Ивангорода: спыните обстрел. Мы ведаем тех людей, которые, значит, обстреляли ваш город. Мы готовы их вам выдать. Настолько узрушенные были ливонцы вот этим обстрелом и тем, что, ну, как все отрымалось, как все глупо, что называется, складывается, что яны на вот сгоряча сказали: мы готовы перейти в подданство московской державы, только спыните этот обстрел. Доведавшись про это, Иван IV загадывая спынить обстрел, отправить людей, как яны, значит, приняли Нарву у лона, значит, московской державы. Наровцы, ну, жихары Нарвы, не знаю, как правильно, яны одумались и вырешили: мы не будем переходить в подданство Москвы, потому что до их пришел тысячный отряд у допомогу от магистра Ливонского ордена. И наровцы сказали: не-не, мы, значит, ну, после того, как спынился уже обстрел Нарвы, яны сказали: мы не будем переходить под вашу юрисдикцию. Вот так началась эта вельми важная для нашей истории война, а як усё будзе працягвацца, глядзіце ў наступным ролику. Пакуль што ўсё, на гэтым я з вами развітваюся. Усяго вам добрага, да новых сустрэч.